Я, может быть, поделюсь вкратце чем-то, что было после встречи по движению. Мы здесь 55-й элемент огня и грома, и его программа партнер 59-й ключ, река и ветер. Интуиция и приверженность, решимость, ясность. Здесь пробужденность и легкость. Мне очень нравится это сочетание 55-го и 59-го, что свобода, она связана с интимностью. Нету свободы, пока нету этой глубокой интимности с собой и пока нету честности с собой. Вот эта нечестность, которая программируется жертвой, наоборот, то есть жертва всегда связана, что где-то я сюлила, где-то я не была до конца честной с собой, где-то я не выражала себя через ум, нежели чем через вот это интимное пространство соединенности со своей формой. Элемент реки — это элемент коммуникации, это четверть дуальности, то есть это отношение, нельзя сказать отношение со своим телом, но одновременно это так. Отношение со своим телом через то, что я здесь, в теле, а я не где-то, я здесь, в процессе. И вот это я есть, я. Да, это подвижная река, где синхронизируется тело, движение, ум, процесс, все является единым, в этом появляется возможность этой интуиции. И интуиция, которая соединяет все глубже и глубже с собой. И вот эта интимность, она какая-то очень мощная, когда мы двигались в даре. Это свобода как инициатива восторга, а инициатива легкости в даре. Свобода — это инициатива легкости. И вот эта инициатива легкости — это как приверженная интуиция. Вот это зеркало, приверженная интуиция, инициатива легкости дают вот этот, вот эту формулу свободы. Интимность — это как я могу быть, что ли, бескомпромиссно и чувствовать. В отличие от каких-то других состояний, теневых или жертв, где отрезается чувство, появляется контроль или появляется вот такое отсутствие себя, как вот это переливание в поле вокруг пространства другого, где кто-то выдает мне паттерны, а я на эти паттерны отвечаю своими паттернами, никогда не соединяясь. А 59-й дает очень четкое какое-то присутствие в теле, в пространстве, где я чувствую, чтобы со мной не происходило, это боль, или это страдание, или что-то с моим сердцем, или что-то с моими эмоциями, или что-то. Но при этом я здесь, я остаюсь, и другой может быть там, где он есть. И свобода — это вот это быть собой, и быть собой — это быть интимным, быть в чистоте интимности, быть интимным собой. И в этом какая-то правда, в этом есть связь темой правды и истины, которая прослеживается в динамике 55-го, 59-го. И свободу физически я почувствовала, как будто сегодня удалось пригласить чистоту свободы, глянуть на нее глазком диафрагмы. Это чувствуется как
такое пустое пространство под диафрагмой, и свобода с восклицательным знаком — это вот это какая-то легкость и пустота, и очень сложно описать, как будто в моем солнечном сплетении все исчезло, и это как такая подушка, левитирующая под моими ребрами, как будто меня кто-то поддел под ребра, и я взлетаю, и хочется... И там вот такая подушка воздуха разреженного, которая просто орет «Свобода! Свобода!» Как почти после какого-то, не знаю, окончания войны или какой-то праздник. И вот это такое ощущение, это удивительно, что это ощутилось там же, где и соответствие физиологическое в солнечном сплетении. И красиво, что в ситхи свобода — это прозрачность, прозрачная свобода. И, конечно, это образ вот этой мурмурации птиц, потому что свобода, она не отдельно, не может быть отдельно. И вот 59-й, он не может быть отдельно от другого. И свобода не может быть в одиночестве свободы. Это когда вот этот коллективный оргазм случается, и частоты, как какие-то пазы или слои, просто вынимаются из нашего тела. И я писала свободу как такая чума любви. То есть она прямо это как заражающее пространство, высвобождающееся, как такой разреженный воздух в горах. И все коллективное, как вот эта мурмурация птиц в прозрачном воздухе, или, не знаю, как прозрачные птицы, проявляют, манифестируют свободу, как будто ситхи свободы является не чем-то, что отсутствует, а тем, что полностью воплощено, и свобода, она как будто должна быть в форме, она не может быть бесформенной, но форма должна быть прозрачной, то есть это какое-то воплощение в форме свободы, потому что свобода все же какое-то слово, несмотря что на то, что оно вне дуальности, оно все равно содержит в себе утверждение какое-то на фоне чего-то, или оно как бы не существует, свобода не существует как какого-то монадического тела, как будто свобода — это как раз-таки как дихотомия, может быть, с 22-м ключом, который является монадическим телом, типа всеохватывающим, милость, благодать, Святой Дух, да, Дух, который не имеет формы, но входит в эту форму, и вот 55-й является этой формой, которая свободна. То есть свобода — это что-то, что является собой ограничение формы, но форма трансформирована, и форма прозрачна. В ней нету блоков. Вот этот 49-й ключ и связь 55-го и 49-го в ситхе очень ощущается как отсутствие реакции. И реакция там существует, как вот эта смена движения внутри стаи птиц, как мурмурация. То есть реакция, она только как вот это переливание случается. А связь 55-го и 39-го в канале ощущается, что в теле больше нету блоков. То есть там нету энергии провокации, как что-то, что во что-то упирается. То есть там не во что упереться. И вот это будущее пространство, если рассматривать 2027 год, а он наступит ровно, прямо ровно, плюс-минус несколько часов через 5 лет, 23 февраля 2027 года, когда Солнце выйдет в шестую линию, где оно сегодня было утром, и вот это ключи переключатся, другие ключи зайдут в замки. И если рассматривать это с позиции ситхи, становится понятным, какое потенциальное пространство возможно и в какое пространство мы движемся. Пространство, где нет земли. Пространство, где мы не в лабиринте плутаем, как мы делаем сейчас, а где вдруг те, кто плутает в лабиринте, поднимают голову и понимают, что они птицы, они просто из этого лабиринта вылетают. Как стая птиц. Красивый образ, который в каком-то разговоре привел один астролог, мне он очень запомнился. И вот эта водолейская эра воздуха,
Это как раз то, куда мы летим, медленно трансформируясь в птиц. И у птиц другая. У птиц нету стратегии. А птицы не покупают себе обувь поудобнее на случай выживания. И птицы летят, схватывая все на пути. Как-то так. Такой заход прелюдии в нашу сегодняшнюю открытую встречу. И мы уже на самом деле зашли в 37-й ключ, в первую линию, и можно почувствовать тему слабости или равенства, и тоже ее сегодня коснуться, 55-37-й.